Всем привет! Взялся на днях я за повторение восстановления дисплейного модуля для ресивера, для приемника коротковолнового. Все по той же технологии приклеивал проводочки, но осложнение было такое, что дорожки были повреждены на самом стекле из оксида олова. Как вот мы здесь видим, пришлось прям в самый торец аж приклеиваться, чтобы был надежный, хороший электрический контакт. Что достаточно сильно усложнило и увеличило время работы и сборки данного дисплейного модуля. Ну вот тут вот уже практически я на финишной прямой, как говорится. Здесь вот проводочки я проклеил уже, восстановил изоляцию, то бишь лишние слои клея убрал. И потом заливал ультрафиолетовой эпоксидкой, которая под ультрафиолетовым светом полимеризуется, как вот в видео для тонометра. И примерно как-то вот так вот получилось. Изготовление, дальше идет изготовление подсветки, ну и сборка самого дисплейного модуля. Работа сложная и кропотливая. Так, готовим линейку для подсветки дисплея. Лампу я снял, плату тоже снял. Вот такая осталась петрушка. Замутил я такую вот подсветочку пока из светодиодов трехкристальных белых. Пока 10 вольт идет. Входное напряжение 6 вольт, ток 160 миллиампер. Выходное напряжение 10 вольт. Вот так вот она светится. Вот. Драйвер, он же преобразователь, повышающий с регулятором. Вот оно мне подсоединено пока так. Ну, 10 вольт, пока 10 вольт. На светодиод идет. Надо подсоединить сам дисплей, посмотреть, заценить, что как. И уже из этого регулировать дальше подсветку. Так, ну наконец-то я доделал дисплейный модуль. Вот, сейчас я его подключил, зажал Function Dimmer Power On. Ну, вроде все сегменты работают. Мороки было очень много, достаточно проблематично. Некоторые сегменты, подсветка на светодиодах трехкристальных. Подсветка питается от стандартного кабеля через вот этот драйвер. Ну, на драйвере 10 вольт на выходе. Вроде ничего не засвечивает. По яркости вроде, по-моему, нормально. Все сегменты светятся. Все сегменты просто отлично, великолепно все видно. Ну, все, отправляю туда данный видосик заказчику. Так, время у нас, время, дата указаны на компьютере. Только вот сейчас руки дошли, чтобы подключить его. Сегодня подключил, настроил подсветку. Сейчас вот настроил, подключил сам модуль. Все работает. Будем приступать чуть попозже к следующему модулю. Пока клей еще остался. Здесь дальше я соберу уже как бы за защитный кожух, за защитное стекло. Стекло тонированное, поэтому я не знаю, как будут сегменты видны, будет ли пересвет, не будет ли пересвета. Но, как показало опыт и практика, все в принципе нормально. Вот такая вот яркость, как говорится, грубо говоря, на максималках. Ну, заказчик доволен, все работает исправно. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.